Привет, привет. Крипторынок сейчас понемногу оживает, и возможно, что мы находимся в начале очередного бычьего рынка и альтсезона. Поэтому сейчас, как никогда, важно ресерчить новые проекты и пополнять свой портфель перспективными токенами. А выгоднее всего на бычьем рынке могут оказаться именно мемкоины, которые традиционно имеют самый большой потенциал иксовой прибыли. Как пример, можно привести проект Crypto All Stars. Это молодой мемкоин сети Ethereum, который в данный момент еще официально не запущен и только проводит пресейл своего нативного токена, в котором мы с вами сможем принять участие. Причем, что Crypto All Stars — это не просто бесполезный мемкоин. Команда планирует построить на базе своего проекта полноценную экосистему, ориентированную в первую очередь на мемы. Ключевым продуктом Crypto All Stars будет их платформа MemVault. Довольно инновационный продукт, который сможет добавить полезности многим другим мемкоинам из вашего портфеля. Ведь MemVault даст возможность вам стейкать самые популярные мемы и получать с этого пассивный доход. Представьте, что вы сможете отправить стейкинг Doge, Shiba, Bong, Weave и другие популярные токены, которые до этого просто лежали у вас на кошельке или стояли в ордерах. А благодаря проекту Crypto All Stars и платформе MemVault вы сможете получать награды за эти токены. Причем MemVault добавит полезности не только другим мемам, но и нативному токену от самой Crypto All Stars. Ведь все держатели нативных токенов Stars будут получать повышенный доход в MemVault при стейкинге любых других активов. Таким образом, у сообщества Crypto All Stars будет больше мотивации холдить токены Stars и не дампить их цену постоянными продажами. Помимо этого, выделить и довольно грамотную токеномику Stars. Общая эмиссия токенов имеет максимальное ограничение. Сами токены, как я уже сказал в начале, будут отчеканены в сети Ethereum. Распределение эмиссии Stars выглядит следующим образом. 20% предназначено для инвесторов и пресейла. 25% для награждения стейкеров Stars во время пресейла. 20% на расходы, связанные с маркетингом. 10% пойдут на оплаты листингов на биржах и обеспечение ликвидности. И целых 25% на будущую платформу MemVault. В данный же момент токены Stars еще официально не запущены, так же как и платформа MemVault. Согласно дорожной карте Crypto All Stars, первым делом они планируют провести пресейл Stars, затем запустить токены и обеспечить их листингом. И только после этого произойдет запуск платформы MemVault для стейкинга всех остальных мемкоинов. Пресейл токенов Stars активен уже в данный момент. Он является публичным и проходит на официальном сайте проекта Crypto All Stars. Принять участие в пресейле довольно просто. Первым делом подключаем свой Web3 кошелек к сайту Crypto All Stars. Выбираем сеть для покупки Ethereum или BNB Smart Chain. Затем выбираем способ оплаты USDT, BNB, ATH или банковскую карту, или один из самых популярных мемкоинов, например Pepe, Floki или Doge. Последним шагом указываем сумму покупки, жмем кнопку «Купить» и подтверждаем транзакцию в своем кошельке. Но тут надо учитывать пару моментов. Во-первых, пресейл доступен в двух сетях Ethereum и BNB Smart Chain. Однако клейм будет происходить именно в сети Ethereum. Сам клейм токенов для участников пресейла будет доступен после завершения всех раундов продажи и полноценного ТГЕ. Во-вторых, прямо сейчас у Crypto All Stars уже доступен стейкинг Stars, в котором могут принять участие все инвесторы пресейла. Доходность стейкинга составляет около 600% годовых, а награды станут доступны для клейма сразу же после ТГЕ и листинга. В-третьих, цена Stars на пресейле постоянно растет в зависимости от текущего раунда. Сейчас один Stars стоит в районе 1 цента, но постепенно цена растет. Так что чем раньше вы купите токены, тем больше выгоды сможете получить. Это, разумеется, не призыв к инвестициям. Любые вложения в криптовалюту сопряжены с большим риском, так что всегда проводите собственное исследование. Особенно обратите внимание на аудит и безопасность All Stars, которые доступны на официальном сайте. Ссылку на сайт и другую информацию о проекте вы сможете найти в описании под этим видео. А на этом у меня все. Жирных вам иксов, вовремя фиксируйте свой профит и до новых встреч. Пока-пока.